Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами снова Милена. Это просто грандиозное событие, потому что у меня в гостях Света. Это очень грандиозное событие. Она была под пытками, чтобы сюда попасть. И раз уж такое событие, я хотела сказать, то я очень впервые в гостях. Да. То и видео должно быть прям такое какое-то. Поэтому мы решили, мне Алиса привезла снова лапшу острую скорее, поэтому мы со Светулей сейчас ее и поедим, потому что вам очень понравилось видео, оно собрало очень много просмотров. Ты, кстати, поздоровалась? Нет. Скажи. Всем привет. Ну вот, и сейчас мы вот уже воду поставили на всякий случай. Сейчас будем заливать, у нас одна на двоих, так что не обессудьте. Берем от жизни, что дают. Сейчас нальем острую. Его размешиваем. Кровавая такая. Да. Отлично. И теперь вот эти вот штучки. Ой, уже так пахнет. Господи. Я как вспомню. Мы, конечно, ее ели со Светой несколько раз. Вообще, мы очень любим рамёнчик. Да. Мы не такой ели. Мы обожаем рамён. Мы, если тоже обожают Корею, дорамки, ну, вот так, если да, что. Да, конечно. Ну вот, но мы постоянно ели эту лапшу и другую. Как бы. Да, но такое мы не так давно попробовали. Это самое острое, да? Да. Это типа семечки и нори, листья. Mm. Ну, а это, конечно, нам не поможет. Ой. Теперь мешаем и начинаем. Только у нас по половинке, то все-таки надо бы поставить себе... Я чего, уронила лапшичку? Ладно. Поставить себе, типа, такую цель, чтобы съесть до конца. Вот. Можно было, конечно, придумать, что тот, кто не съест, что-нибудь выполняет, но... Ты хочешь сказать, что это сложно? Вообще-то, половину, может, и не очень, а как бы вообще-то сложно. Как бы. Ну, так, ну что. Пахнет-то как. Ага, один вроде запах уже. Вроде сразу остро. Да. Чувствуется на нос уже. Так, сюда, мои господа. А знаете, как нам сидеть удобно? Так же и тогда записывать. Да. А еще сейчас и ночь, вообще самое время. Ну, ничего. Тебе только в такое время приходят идеи всякие. Да, вот, кстати, только ночью. Да. Что, стартуем? Стартуем. У тебя есть идеи, если вдруг? Короче, кто проиграет, кто что делает? А что, кто-то проиграет? Ну, вдруг. Ну что? Ну даже не знаю, это точно не я. Ясно. Все, что буду я делать, если проиграю. Ну мы придумаем. Придумаем. Тебе, да. С Богом. Скажи, пожалуйста, если я испачкаюсь. Давно я не ела. Главное, так вкусно смотрится. А очень вкусно вообще. Если ты испачкаешься, как я об этом узнаю? Очень чешется. У меня аж носу зачесалось. Горло. У носу зачесалось горло. Но оно там связано. Господи. А надеюсь, мы не на перегонке? Нет. А то я как-то не спешила. Ой, хорошо, что мы без бульона особо, а то это было бы сейчас опасно. У меня не рыжая морда. Зато у тебя губки такие. Ты смотришь. Как слепой щенок, ты говоришь, не рыжая морда. Какая связь? Ладно. А, нет. Ну потом скажу, что. Волосы. А представляешь, если по целой? Вот реально, почему не выпустить такую же лапшу, но на 50% острости меньше? Было бы идеально. А вот кому-то такое нормально. Кому? Не знаю. В Корее к такому привыкли. Элис говорил, что там такое не берут. Да. Постой, у тебя здесь лапша. Здесь лапша. Ну, рыжая, как у индушки. Ну что, ты не умерла еще?
А почему мне больше воды? Ты сама попросила. Это справедливо. Когда пьешь воду, хорошо, после этого становится уже совсем не очень. Ух. После чего? После воды. Ну вот, я поэтому ее и не пью. Ой. Ну просто мы уже натренированные, видишь? Ой. А что ты быстрее съедаешь? Дельно. Мне кажется, все грязные. Я доел. Да, я тоже. Покажи. У меня бульончик. Выпей. Это с Демьяном только прокатывает. Ой. Вкусненько, но ужасно остро. Да. Это слишком. Мы доели. А прикиньте. О, ну, пока пьешь, что... кажется, что не да. остро. Да, пьешь, я говорю, хорошо. А потом совсем плохо. Эй, сильно? Пачку. Две точки. Так. Губки такие красивые. Ясно. Ой, ужасно, после воды. Угу. Поэтому мы пьем. Вы понимаете, это вы вроде съели, но становится все еще хуже. И хуже, и хуже. Да, сейчас вообще прям. О боже. Посмотри на киви. Я на него и смотрю. У тебя есть вода еще? Да. Как жаль, что не пью молоко. У нас есть кокос, да? Анна, ты его тоже не пьешь? Пью. Анна, можешь попить? В общем, мы справились. Ну, конечно. Никто не будет ничего выполнять, к вашему сожалению. Ой. Ну, ты можешь что-нибудь выполнить, если захочешь. Ой. Ну, мы молодцы. Вот. Вот. Так что, задание должны выполнить вы. Поставить лайк этому видео. Это не так сложно. Пускай тоже рамёночек поедет. Да, кстати. Если только есть кто из Кореи, то присылайте мне рамён. Да, побольше можно. Да, мы с Светой очень его любим. Будем кушать с удовольствием. Или если у вас есть просто какая-то любимая лапша острая там, или какое-то блюдо нереально прям бешено острое, то обязательно присылайте. Вот. Адрес, на который можно присылать, вы можете найти в моей группе. Вот. Ну, на мой можно присылать всегда. Он пока не меняется вроде. Да. В общем, присылайте мне или Светуле, можете себе. Да, я в целости сохранности передам, мы вместе можем покушать. Да. И снять для вас какой-нибудь да. еще видос. Если вдруг вам интересно еще какое-либо видео со Светулей, со Светазиком, унитазиком, как назвал ее мой брат, я не знаю почему. У меня всегда такое бывает, да. Он всегда назвал Свету Светазером, унитазером. Мой брат просто мастер рифм. Это, по-моему, ему на Берсус пора идти, а не кому-либо еще. Ну вот, так что вы пишите нам либо еще задания, челленджи, либо, возможно, вам интересно, кто из вас. Я уже давно это все эти предлагала, но все как-то нет. Зато вот мы сейчас такие, о, давай снимем лапшу, и такие сели, типа. Да, когда я почти спала. Ну ничего, ясно. Ради вас. Так что, пожалуйста, палец вверх. Да. И пишите в комментариях, что мы красавчики. Все, если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь. И до встречи в следующем видео. Пока!